Я Ихсамова Рамиля Инсафовна. Хочу рассказать о своем прадеде Мубаракшина Валиши Мубаракшевича. В числе артиллерийского полка участвует в освобождении Харькова, Киева, Полтавы. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии. В конце апреля 1945 года он получает серьезное ранение. И его отправляют в госпиталь. После госпиталя он отправляется к себе в родную деревню. Когда мы к нему приезжали в гости, он всегда рассказывал, что он видит во сне. «Вижу, — говорит, — я во сне, как все едут куда-то, ну, я в том числе, в военном эшелоне. Вокруг все знакомые лица. И удивляюсь, — говорит, — как же они не постарели». После возвращения в родную деревню он женится. Они с прабабушкой воспитывают 10 детей. Ну, иногда во сне он мог там кричать в бой. Мой дедушка в звании рядовой получает награды. Это орден Отечественной войны 2-й степени, орден Славы 3-й степени, орден Красной Звезды. Я помню, я горжусь.